В Госдуму внесли законопроект, разрешающий есть продукты до их оплаты на кассе. Например, мороженое или сок при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена. Изменения предлагают внести в закон о защите прав потребителей. В пояснительной записке сказано, что действующее законодательство не содержит ни запрета, ни разрешений на употребление товара до их покупки. Подобные пробелы необходимо устранить, так как взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, считают депутаты. Авторы инициативы считают, что он должен устранить двусмысленность сегодняшних законодательных норм. Мы спросили у тверичан, есть ли у них привычка есть что-то до оплаты на кассе. Бывает что-то, кушаете до того, как оплатить? Или всегда только после оплаты употребляете? После оплаты всегда. Угу. Мы еще не оплатили, потому что... Нет, это с точки зрения гигиены неправильно, а уж законность это потом. Мама сказала виноград попробовать. Вот. Ну потом купили и расплатили? Да. Бывает. А почему? Ну так же многие делают же, когда покупают продукты. Вот сейчас хотят это запретить. Как вы относитесь? Как считаете, это правильно или неправильно? Неправильно. Любой покупатель хочет попробовать продукт перед покупкой товара. Ну, потом же все это приносит, оплачивает же. Нет, не бывает такого никогда. После покупки всегда. Правильно так приучились.